Стартовал прием заявок на второй в 2021 году конкурс по предоставлению грантов губернатора Югры для некоммерческих организаций. Свои коррективы внесли антиковидные меры. Чтобы не создавать ограничений для потенциальных участников следующего конкурса, пришлось сократить срок реализации инициатив. Теперь он должен составлять не более 1,5 лет. В конкурсе могут принять участие проекты по одному из 15 направлений. Это наука, инновации, образование, просвещение, культура и искусство, охрана здоровья и многие другие. Как сообщают в Департаменте общественных и внешних связей, заявки можно будет подать вплоть до 19 ноября на официальном сайте grantgubernatora.rf.